Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, ребята. И почти мы прокачали наш орб. Скоро будет Молтрес. И сейчас, ребята, выбор шейдеров, да. Я не буду даже подсчитывать, сколько там шейдеров. Я и так заметил, что большинство голосовало за пятый шейдер. Были немного голосов за первый шейдер. И было тоже куча голосов за четвертый шейдер. Но мне кажется, за пятый шейдер все-таки намного больше голосов было. Но все-таки, ребята, я так думаю, что иногда можно даже будет играть с четвертым шейдером, а иногда можно будет играть с пятым шейдером, а иногда можно будет играть вообще без шейдеров. Когда как, когда какое будет настроение. Вот сейчас у меня... Давайте поиграем все-таки, наверное, вот с этим пятым шейдером, который у нас, в принципе, был, да? Если будет все отлично, как бы... Если не будет мозолить глаза или как-то вот так, да, то будем мы играть с этим. Но если вот так сейчас смотреть на острове, то этот шейдер, в принципе, такой офигенный, да? А давайте сейчас попробуем с этим шейдером. Ну, с этим шейдером как-то более не знаю. Давайте вот с этим поиграем, да. Так. Вот что-то не прогружается, но как бы прогружается на глазах, да? Так как, не знаю, может, мы шейдеры обновили, не нужно ему заново прогрузиться. Но давайте. Я не знаю, получится ли в этой серии уже прокачать наш орб и заспаунить Молтреса. Не знаю, думаю, что нет, но постараемся. Если вот так, в принципе, убивать всех, то может быть и получится прокачать наш орб, который уже, в принципе, прокачанный где-то на 80%, мне так кажется. Так. Давай. Вот сейчас как бы видно, что он не прокачивается, как бы даже заметно, что он немного уменьшается. Сначала, когда там вообще не было прокачано вот этого орба, то с каждым покемоном, знаете, так казалось, что он там прокачивается, и все больше вот так ресочка вот эта. Ну, как бы не с каждым, но казалось все-таки. Вот сейчас, когда он уже почти что заполнен, то уже кажется, что там еще... что он каждый раз уменьшается, вот эта ресочка, а не заполняется. Так. Ладно, давай. Тебя. Так. 38 уровень. Нифига себе, тут даже уровни за покемонов дают, как бы. Ну, такими темпами, конечно, что... Ух ты, ты... Ну, такими темпами, как мы их убиваем, в принципе, да, то, конечно... Много уровней мы получим, но я как бы не знал, что... Не, замечал, да, что там уровни иногда повышаются, но я думал, это там или за покемонов-боссов дают, или еще за кого-то. Тут, в принципе, за всех покемонов дают уровни, как я заметил. Ну, не уровни, а опыт, да. Опыт. Так. О, он уже почти заполнен, ребята. Почти. Давай. Молтрес. Если получится, то, не знаю, заспавним ли мы Молтреса. Или, если будет время, то заспавним. Если не будет время, то заспавним потом Молтреса. И потом, мне, ребята, кажется, даже не будем мы покупать шайни покемонов, а, наверное, все-таки... сразу купим себе вот этого. Еще один алтарь, да. А потом, мне кажется, у нас уже не будет алмазов, чтобы купить еще один алтарь. Но, в принципе, если мы потом наубиваем покемонов-боссов, да, то можно будет еще попродавать вот эти все штуки. И потом купить еще один алтарь. И будут у нас все легендарные покемоны, за исключением Граудона. Вот. По сути, действительно, Граудона нам нужно будет словить в пустыне, нужно там будет в пустыне немного посидеть, мне так кажется, чтобы вот этот Граудон заспавнился. Но все-таки, я думаю, это будет намного, хотя фиг его знает, заспавнится ли он, хрен его знает, ребята. Вот сейчас докачаем вот этот орб. Не, ну, в принципе, если так играть с шейдерами, то нормально, вот то, что, не знаю, какая-то дистанция аж странная, что вот там ни хрена не видно, что там такое, и что там происходит, давайте выключим. Не, ну, в принципе, без шейдеров точно так же не видно, что там. Не знаю, почему оно так прогружается. Вот это все на максимуме. Если вот так, то точно не будет видно. Хотя, фиг его знает. Да,
Тут я не знаю, что можно настроить, чтобы... Хотя, в принципе, это нам в данный момент нам не нужно, но... Ладно, давайте продолжим прокачивать наш орб. Так, там у нас где-то покемон-босс, но он в земле, а сейчас в землю я 100% не буду лезть. Хотя даже если он покемон-босс, да, пока мы туда залезем. Конечно, да, нормально, так количество опыта и вещи, которые можно будет продать, мне так кажется. Но все-таки давайте, я думаю, лучше уже докачаем орб. Если получится докачать орб, то в следующей серии заспауним уже, наверное, Молтреса. Вот сейчас, я думаю, нужно словить всех вот этих легендарных, а потом уже охотиться на обычных, как бы, на остальных покемонов, которых у нас еще нету. Так. Ну ты прокачивайся, нет. Пиджеотто. 33 уровень. Я, если честно, даже не замечаю, кто там качается, как там уровни растут, потому что мне сейчас главное любых покемонов поубивать. По идее, вот любых и... А, ну сколько там еще осталось? Так. А, о, уже почти, ребята, уже почти, но еще как бы не заполнен, это видно. Еще, наверное, нужно немного. Еще немного. А, эти в бою. Так. Так. И нужно уже идти лечить Мьюту, как я понял. Ну, видно, что еще не полностью прокачан. Еще там есть немного, что можно прокачать. Ну, в принципе, если мы сейчас пойдем домой, да, то мы проверим на Орбю, на алтаре, да. Ну, в принципе, я вижу, что он не до конца еще прокачанный. Так. Ушавот у нас он есть, да. И вот сейчас... Ну, в принципе, этим тоже можно поубивать покемонов, но только... Да, в принципе, любых покемонов можно ним поубивать, но вот только с двух ударов это будет как бы дольше, да? Почти. Так. Или уже все. Или уже все. Там не пишет случайно. Походу уже все, ребята. Я не уверен, но походу уже все. Так. А, ну если все, то давайте идем мы домой. Давайте сначала увеличим покемонов. Ну давай уже. Давайте проверим, ребята. Не уверен, но давайте проверим. Нет, еще не все. Еще не... Ух ты, вот ночью что-то как-то не очень. Сейчас, сначала там у нас есть покемон-босс. Вот он.
Да чё ты ж... Вот. Так. Да... Давайте идем мы домой, выспимся, ребята. Быстренько, быстренько. О, ща. Так. Ну. Че он спит? Так, отлично. О, отлично, этот покемон эволюционирует. Вообще, отлично. Давай эволюционируй и сразу, хотя фиг его знает. Пускай он эволюционирует и сразу поставим его в компьютер. Ну давай уже. Так, я... Вот он. Так. Идем мы домой, ребята. Ну, в принципе, мы и так почти что возле дома, но все же. А еще нет. Давай. Так. Сначала давайте поставим вот это все в компьютер. Поставим. Мы чё, удочку выбили? Я, если честно, сейчас только заметил, что там что-то есть. Какая-то удочка, реально. Хм, если честно, я даже не заметил, что там какая-то удочка. Ладно. Сначала давайте вот сюда ее поставим. Хотя пускай будет. Так. Идем поспим. Кого? Кто там что-то сказал? Кто там? Что-то кто-то там бурчит, но я его не слышу. Ну, как бы сейчас уже не вижу, кто там был. Хрен его знает. Так, ладно. Идем. Прокачиваем. Берем орб. А вот тебя забыл я, конечно, в компьютер выложить. Ну ладно, потом. Так. По идее, уже вообще немного осталось вот этому орбу, как бы, он уже почти что прокачанный, почти. Так. Ну давайте, еще прокачаем немного. Еще немного. И Молтрес будет у нас, Молтрес. И потом, ребята, я так думаю, сразу же мы купим второй алтарь. Сразу же. Так, а на третий алтарь я не знаю, хватит ли. Я не знаю, вот заполнен ли уже орб или еще нет. Это я тоже не знаю, но по идее уже... Фиг его знает, заполнен ли орб. Ну, как бы он уже был почти что заполнен, да, но... Сейчас я уже думаю, да. Но все же давайте, чтобы окончательно он уже был заполнен, если там ему еще чуть-чуть не хватает, то уже давайте все-таки... Да заполняем его, да.
А вот этот что там думает, эволюционирует, нет? Вот, до уровня ему не хватало. Ну давай уже. Отлично, вот он. Так, покемон босс, покемон босс, покемон босс, где он? Вот он. О, еще одна эволюция. Шайни Пиджиотто. Ух ты, какой. Ух ты, красавец. И на нем вроде офигенно летать, так как у него офигенная анимация полета. Да, вот. И он вроде не лагает, как я понял. Я думаю, все-таки на этом парнише или кто это, мы будем летать. Реально не лагает полет. Офигеть. И анимация есть офигенная. И плюс к тому он шайни, ребята. Так, ладно. Вот на этом мы будем потом летать. Я так думаю, да. Но сейчас... Так, ну сейчас давайте все-таки уже докачаем вот этот орб. Я думаю, он уже докачанный. Но чтобы полностью убедиться, что он докачанный, давайте уже его докачаем, да. Доубиваем вот этих... покемонов. И еще прокачаем вот этого покемона, который у нас есть, но он еще не прокачанный. Ну как бы у нас три прокачанных уже покемона есть, да? И вот того, что 45 уровень или какой он там, нужно его тоже уже докачать. Но я думаю, все-таки орб уже прокачанный. Да, давайте идем домой попробуем. Итак, ребят, опять майн вылетел, но давайте все-таки уже мы прокачаем. Думаю, все-таки уже... Ну, не знаю. Я ходил домой, как бы... Орб еще не прокачанный, реально. Вот немного видео опять обрезалось, так как майн вылетел и ошибка там какая-то была. Ну, как бы еще нет. Я думал уже прокачанный, но еще нет. И вот главное, чтобы там не было еще что-то, чтобы там сделать. Какое-то там заклинание прочитать, или еще что-то, чтобы там покемон заспавнился. Или что-то там, не знаю, что с этим орбом сделать. Вокруг света три раза его перекрутить, чтобы он там вызвал Молтреса, или фиг его знает, ребята. Но надеюсь, что просто докачать его и вставить его в алтарь, или чтобы он уже заспавнился, и все. Ну давай. Я думаю, надеюсь, что ты уже прокачанный. Так. Ну я уже думаю, он прокачанный. Ну давайте уже его докачаем. Так как реально, я тоже думал, но сбегал домой, он еще не докачанный. Может там просто такая вышняя линия, что как бы тут не видно, что прокачано или нет, но еще не прокачано. Воу. А, ну в принципе тут небольшая высота. Голдин. Так. Давайте уже вот этого тоже прокачаем. Иди сюда. На
На каком ты уровне там прокачаешься? Где-то 50-м, 55-й. Нет, 52-й. Отлично, ребята. Давай. Отлично. Вот он. Так. Идем домой, ребята. Да. Так. Сейчас. Чтобы уже... Ладно, ребята, идем мы домой. Не буду я вставлять орб еще, интрига такая небольшая. Давайте это ставим все-таки на следующую серию, я так думаю. Да, пускай так и будет. Пускай так и будет, ребята. На, держи. А, не вставляется, не вставляется. Ладно, ребята, все-таки давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи, всем пока.